11-12 сентября МГУ имени Огарёва совместно с Мордовской митрополией Русской Православной Церкви, НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия и Министерством по национальной политике проводил межрегиональную научную конференцию к 1025-летию крещения Руси. 12 сентября на пленарном заседании конференции от имени главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова собравшихся приветствовал исполняющий обязанности министра по национальной политике Республики Мордовия Александр Иванович Каргин. Уважаемые участники, гости конференции, сегодня приятно обратиться к вам со словами приветствия, поскольку сегодняшняя конференция особенная, приуроченная к 1025-летию великого события в истории России – крещению Руси. В настоящее время Российская Федерация переживает особый период своего развития. Это период становления новых систем в экономике, образовании, социальном обеспечении граждан. Это период ценностного самоопределения народов России, период становления общегражданской идентичности. И ни для кого не секрет, что эпоха перемен – это трудное время и для государства, и для гражданского общества. Однако мы имеем надежный оплот нравственности, источник живой духовно-нравственной традиции – Русскую Православную Церковь. Секретарь Саранской епархии протоиерей Виктор Хохлов, обращаясь к участникам конференции от имени митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, выразил уверенность, что их труды найдут достойный отклик в сердцах людей. На протяжении многовековой истории наша Церковь стремилась влиять на души людей, призывая их к спасению. И вот уже 1025 лет Церковь Русская несет свою спасительную миссию людям. Все эти годы она была со своим народом в радости и печали, в трудных обстоятельствах и благоприятных, призывая находящихся в отчаянии не отчаиваться, преодолевать печаль духовной радостью и всегда проповедовала веру, надежду и любовь. За многолетнюю безупречную работу в Саранском духовном училище профессор историко-социологического института Марина Юрьевна Гражанкова была награждена медалью Саранской епархии Русской Православной Церкви святого праведного воина Федора Ушакова III степени. Президент Мордовского университета Николай Петрович Макаркин подчеркнул, что конференция внесет свой вклад в подъем авторитета Русской Православной Церкви, в повышение всеобщего интереса к культуре и к вере. Значимость этого события всем великая значимость, большая значимость этого события всем очевидна и определяется тем, что как на начальном этапе становления нашего государства, так и ныне Православная Церковь играла и продолжает играть огромную объединительную миротворческую и мировоззренческую роль в российском обществе. Трудно переоценить значение Русской Православной Церкви в духовном и культурном развитии страны, поддержки духа людей в самые трудные периоды их жизни, что во все времена способствовало сохранению верности нравственным принципам. Из опыта и из личного опыта многие мы знаем, что истинная православная вера – это великая духовно-нравственная очистительная сила –